Педагог Елизавета Огаджанян вообще выступила со страшным заявлением. По ее словам, с малых лет она учит детей ненависти к азербайджанцам и туркам. И такое открыто заявляет мать, женщина-педагог. Получается, что каждый день она прививает как своим детям, так и ученикам ненависть ко всем азербайджанцам и туркам. Есть манкаваржа. Есть и машакертнери ништасмэм. Мэр хайреникэ. Հայաստան և Արցախ աշխարհն է։ Ես իրենց սովորացնելու եմ, որ ճշնամին թուրքն է ու թրքահպատակ հայ է։ Работаю педагогом в школе. Каждый день своим ученикам говорю, что Армения и Карабах – наша родина. С малых лет учу их, что турки – наши враги. И кто бы ни старался доказать мне обратное, я поступаю так, как считаю правильным. Мои ученики должны знать, что их враги – турки и протурецкие армяне.